Эх, друзья, ну вы только гляньте на этого красавчика. Криштиану Роналду 89. Да, повезло вытащить мне его арендованную карточку, и я решил, почему бы его не затестировать. Легендарный португалец в не менее легендарной рубрике Никиты Финита. Состав за 5 минут. Собственно, с правилами плюс-минус, я думаю, все ознакомлены. Если не ознакомлены, повторю. Рандомно крутится состав, открывается один пак. Коллега Криштиану Роналду. Нужно, чтобы и у главного героя, и у его, так скажем, товарища по команде были троечки на сыгранности. Каких-то спешл паков нет, я их все открыл, поэтому будем щелкать паки по 7500. Как выпадет какой-нибудь интересный персонаж, это явно не кофе, то сразу же его заберем. Так, тут ничего интересного нет. Так, ну это тоже не сказать, что очень интересно, мина-мина. А интересные ребята будут вообще? Я все еще пытаюсь, друзья. Опа, есть движение. Это даже информ, если я не ошибаюсь. ПП. Чумаю, что это за флаги. Спасибо, конечно, за информа, но линковать чувака, у которого я даже национальность не знаю, Бермуды. Нет, спасибо. Ну, наконец-то, хоть что-то интересное выпало. Ян Коуто упал. На ПЗ можно использовать. И Хаверц. Ну, Хаверц на ЦП звучит как-то сомнительно с его статами. Поэтому давайте вот этого типа возьмем. Ян Коуто. Так, ну и собственно, что, крутим схему и пытаемся подобрать что-нибудь интересное. Давайте, раз, два, три. Опа, вот такая вот схема. 4-3-3 вторая. Так, собственно, Ян Коуто у нас будет на ПЗ. И Криштиану на страйкере. Так, все, таймер пошел, друзья. И, собственно, поехали. С чего начать? Наверняка есть бразильцы из лиги. Из лиги Криштиану Роналду. А где эта лига? Займет какое-то время. Ага, вот, все, нашли. Так, Неймар. Кстати, за Неймара я вообще не играл. Опа. А это претендент составчик. Так, Ебанеса еще попробуем. Супер. Собственно, Неймарчика сюды. Ебанеса сюды. И вот так вот уже получается у нас какая-то сыгранность вырисовывается. Так, кто-то из Боруссии нам еще нужен. Кто-то из Боруссии, Кто же у нас есть в составе? Опа, Адыеми. Он может сыграть на ПФА? Так, ФРВ, ЛП, ЛВ, ПП. Нет, на ПФА не может сыграть. Мален, Мален на ПВ вроде может сыграть. Так, собственно, что делаем? Вот так вот, ой, ни туда, ни того. Вот так вот делаем. Мален, голландец у нас. Окей. Что дальше? У меня, кстати, тут на заменке Алаба и Чумини. Может быть, попробовать через Реал пойти. Когда, если не сейчас, их можно будет протестировать. Они у меня в основе особо не бегают. Так, хорошо. Бразилец из Реала. Милитау, кстати. Милитау сразу в голову приходит. Почему бы, собственно, и нет. Так, сколько там времени у меня? 3.25 еще. Так, бразилец ЦЗ. Как будто бы вот так вот, если сделать. Получится красиво. Двоечки мест. Так, у Криштиану еще двойка. И у этого Коуто тоже двойка. Может быть, Кабеля попробовать стоит на ворота поставить. Либо кого-то из Бундеслиги в целом посмотреть по вратарям. Так, если я поставлю этого. Ага, ага. Наверное, единички. Кабель будет на двойке. Ну, давайте Кабеля. Кабеля поставили. И что бы еще тут можно придумать? Канцело, кстати, есть, но слишком много будет, наверное, челов из Саудовской Аравии. Пока что у меня их три. Так, ну этому типу больше ничего не надо. Какой-нибудь португалец нужен. Какой-то португалец нужен, чтобы долинковать Криштиану Роналду. Попробуем. Так, ну тут Рубен Невес, кстати, интересно тоже. Есть этот тип, есть этот. Блять! А у Криштиану-то сыгранность не улучшится. Нужен кто-то из его команды, судя по всему. Подождите. Что-то я в стену могу въебаться сейчас. Так, Аль-Наср. Аль-Наср. Мане, Лапорт. Ё-моё. Тут типы, конечно, из категории С. Ладно, давайте смотреть, кто чисто гипотетически может сюда подойти. Мане, может быть, вместо Неймара. Убрать Неймара. Сейчас попробуем, короче, вот так вот сделать. Вот так вот. Может, этого типа поставим. Сколько там? Минута 47 еще имеется. Ну, можно Брозовича поставить и забить хер в целом. И на ЛЗ, допустим,
чтобы добавить еще одну лигу, можно какого-нибудь бразильца поставить. Есть какие-нибудь адекватные бразильцы? Ё-моё. Конечно, ребята тут веселый. Эрик есть некий. Очень веселый, довольный такой. Ну, как будто бы по фану можно какого-нибудь Сильвера въебать. Допустим, вот этого типа. Из какой он там лиги? Из корейской лиги. Так, и по итогу у нас получается что? Так, минута 10 у меня еще. Можно еще подумать? Опять же, два главных героя на троечке, это хорошо. А, у меня тут тренер еще стоял. Ну, без тренера, да, без тренера тут плохо ему будет. Поэтому в любом случае тут португальский тренер ему необходим. Так, ставим, давайте вот эту вот даму. Попробовать долинковать Ла Лигой. Так, сейчас я попробую вот так вот сделать. Не знаю, прибавится что-то или нет. 27, как и было. Ну ладно, в целом похер. Я думаю, все, составчик готов. Быстрые фланги в атаке Криштиану Роналду. Более-менее надежный центр. Защита скоростная. Ну и Кобель. Что, управился, еще 30 секунд у меня оставалось. Попробуем поиграть этой командой и затестировать Криштиану Роналду. Сейчас я всех докуплю и пойдем мочец. 4 лиги и 7 наций. Если я ничего не напутал, мне кажется, это хороший результат. Ну и перед тем, друзья, как мы продолжим, хочется напомнить вам о моих прекрасных друзьях из компании Winline, которые поддерживают каждый мой видеоролик. Респект им за это. У них также вы можете забрать прекраснейший бонус, который вы можете найти у меня в телеграм-канале. Закрепленное сообщение, переходите и всем удачи. Ну и конечно же, куда же без моего магазина Panda FX Store, где вы можете заказать себе монеты и FIFA Point, и аккаунт, и EFC, также бусты, если вы не хотите потеть играть в эту прекрасную игру, то все это добро вы можете найти у меня в магазине. Ссылочка будет в описании. Так, первый соперник на сегодня. Лэмпарда он, видимо, вытащил в сборочке на кумира. Так, схема, конечно, ультра непривычная. У меня какая-то девочка Чумини отнимает мяч. Это, конечно, удивительно. Охуеть, как это проходит? Ну просто как это проходит, блядь? Ну вы посмотрите, бля, Милитао, казалось бы, держит чела. Бля, ну это пиздец. Найс начало. Бля, ну это просто пианист какой-то очередной попался. Ой, бля, Габелла 2-0 летим, ну охуеть. Неприятно, скажем честно. Криштиану, давай, потолкайся. Ой, Криштиану. Бля, Тривел реально пофиксили, что это за удар был? Опять какая-то женщина пиздит моего Аллабу, блядь. Кто ты такая? Что за Тереса, блядь? Кто она? Почему она меня пиздит? Вопросов, конечно, очень много. Так, Криштиану. Криштиану. Блядь, ты заебал очередной соперник, который идет срать. Как вы заебали меня, блядь. Всю паузу выждал. Просто до последней, блядь, секунды. Ну вот за это тебе пизда, нахуй. Вот сейчас так соберусь, блядь. Тебе мало не покажется, блядь. Ладно, давай еще подсидим. Я не знаю, кто это, кто вот эта девчонка, ребята, подскажите. Хочу ее к себе в состав взять, чтобы она тоже ебала всех подряд. Опять она, блядь. Это какой-то пиздец, ребята. Кто это, блядь? Охуеть, блядь. Какие мне легендарные голы залетают. Короче, это пиздец. Первый матч катастрофа. Вот уж будет смешно, если я не пройду отборы. Так, вот такой забросик на Криштиан. Блять, ну пенальти дай, упади там, я не знаю. Бля, пиздец. Найс, блять, играем, пацаны. Что-то я тут думаю, блять, отборы я сейчас нахуй не пройду такими темпами. Что происходит, нахуй? Охуеть, да что происходит? Что за проходной двор, блять? Ну что это такое? Просто, блядь, все челы проходят, блядь, на ебаный R1, что это такое, блядь? Это пиздец, ребята, у меня сейчас очко просто в космос улетит, я вам отвечаю. Не, это просто пиздец. Что первый, что второй соперник, блядь, два каких-то ебаных дрочера, блядь. Хотя статы у меня сейчас 0-1, по идее, чувак должен был попасться, который тоже хуёво сыграл. Либо мне настолько не повезло, что первый играл с киберспортсменом, блядь, и оба... Бля, ну посмотрите, что происходит у меня в защите. Ну это просто цирк какой-то. Кого нахуй я поставил, блядь? Просто пиздец. Ну отбери. Это просто пиздец, пацаны. Как у него все идеально проходит. Ну это просто невозможно, блядь.
Первый сейв, блядь, за два матча. Вау. Поаплодируем кабелю ебаному, блядь. Хочется что-то разъебать, ребята. Вот прям хочется взять сейчас что-то разъебать, блядь. Ну это просто кошмар, а не команда, блядь. Ну вы посмотрите, блядь. Ну что это за прессинг ебанутый? Что это за прессинг ебанутый, блядь? Иди нахуй, блядь. Ну посмотри на этого ебана, блядь, бразильского. Ну как он сейчас с метра не попадает, блядь? Это просто цирк. Ну что в этом матче? Ну что сейчас Милитао сделал? Точнее, он нихуя не сделал, как бомж ебаный сыграл серебряный, блядь. Долбоеб, блядь. Ну что это? Я ебу! Я сейчас, блядь, просто нахуй взорвусь, блядь, от непонимания, что происходит. Что за геймплей, блядь? Я в ахуе. Это вот соперник мне встречается, блядь, при стате 0-1, блядь. Вы понимаете? 0-1, блядь. Такое ощущение, как вот этот чел, который, бля, 5-0 сделал и просто играет дальше. Что это за скиллованные долбоебы мне достаются? Дайте мне бомжей, блядь. Ну посмотрите, Милитао, ты кусок ебаного говна, блядь. Короче, иди нахуй, блядь. Иди нахуй, игра говна гандонов, блядь. Бля, это пиздец. У меня сейчас очко сгорит, нахуй. Иди нахуй, долбоёб, блядь, ебаный. Сразу на помойку, блядь. Короче, это все смешно, ребята, но... Давайте... Посмеялись и хватит, все. Вы видели, насколько плохо двигается эта команда. Сейчас сделаем все немножко по-другому. Я с основой линкану. И мне нужно 3 победы подряд сделать. Иначе это пизда, я не пройду викинг-лигу. Я чё, блядь? Я чё, блядь, акул, что ли? Пиздец, ну как? Я не прошел отбор на донатом аккаунте. Похуй, ставлю Роя Кина, хоть он мне и не понравился, полетели. Да пизды вообще. Охуенный состав, 10 из 10, блядь, играем. Бля, это пиздец, пацаны, у меня просто очко не отпускает до сих пор. Какие нахуй 0-2, блядь. Какие нахуй 0-2. Ладно, допустим, собрал команду говна, не повезло. Ну как карточки двигались, ну вы видели в матче, это просто габелла, блядь. Да, я понимаю, у меня Брозович, блядь, и Серебряный Бич в команде, но все же, блядь. Ну не может быть же настолько все плохо, блядь. 1-0. Так. Ой, Криштиану. На, Криштиану. Хорошо. Вот и машина завелась. Мгновение, как команду поменяли и схему, блядь. Оп, Криштиану. Ой, как легко, блядь. А можно было сразу так играть? Так, ладно, друзья, одна победа есть. Еще 2, пожалуйста. Ну, хотя бы состав на этот раз показали. Роберто Карлос человека поймал. И Раша. Ну, с Роберто Карлосом повезло, базару ноль. А что, если вот так вот забросить? Какой сброс красивый, хороший был, но... К сожалению, не получилось. Криштиану! На! Блять, он двинул вратаря. Какого хуй, бля, он вратаря двигает, блять. Не двигай вратаря, заебал. Оп, Криштиану. Криштиану. Криштиану, блять. И Морган, блять. Блять. Пенальти. Блять. Блять. Гол, блять. Что за хуйню я забил? Ну ладно, заслуженно. Ну, заслуженно в том контексте, что... В прошлом матче мне такая же хуйня залетела. Хм. Ну, найс, блядь, у меня отлетает, блядь, Тео Эрнандес от Рафини. Ну, охуенно теперь. Гандонская игра, блядь. Ну, соперник сильный, опять попался. Ну, что это за хуйня, блядь? Еще отмены юзает. Ебать, что за соперники, блядь? Это при стате 2-1. Мне встречается соперник. Два луза есть что. Почему такой соперник встречается? Почему, блядь? Ебать, это что происходит? Так. И Родман. И Родман. Да иди нахуй со своими подкатами, блядь, с 3000 километров. Иди нахуй, хуй ты улыбаешься, блядь. Подача на Криштиану. Ну-ка. Опа, пенальти. Лол, нормально. Хотел влево ударить, но ударю вправо и пожалею. Блядь, я просто прочитал себя наперед. Где там Криштиану Рональду? Или кто-нибудь? Да, блядь. А вот я почувствовал. Ебать, хорошо летело. Блять, ну в створ. Ну, пожалуйста, как-нибудь заковыляйте. Так, Криштиану, хорошо. Хорошо. И гол! Мог бы быть, конечно, но... Сегодня проклятый выпуск. Я понял, сегодня проклятый выпуск. Просто проклятый. Ну, такое бывает, блять. Такое бывает, когда нихуя вообще не получается. Все в перде. Все в очке, блять. Полная хуйня, блять. 15 ударов, блядь, 4-5 XG у меня. Это пиздец просто, ребята.
Бля, Дибала просто корпус поставил, и, блядь, бедный несчастный Рой Кин падает, блядь. Бля, а вот такая вот неочевидная хуйта залетает. Что это такое, блядь? Что сейчас залетело, блядь? Криштиану Рональду. Ладно. Так. Криштиану. Бля, этот маньян просто пиздец. Теперь вспомните, как иногда этот маньян у меня играет, блядь. Его маньян это просто какой-то псих ненормальный, блядь. Все вообще тащит. Опа. Криштиану. Да иди ты нахуй, Криштиану, блядь. То есть там, блядь, ебать, голевой момент был, да, где ты забил? А сейчас с метра ты почему-то решил не забивать. Бля, я просто отказываюсь верить в происходящее на поле. Это просто... Это просто какой-то сон сумасшедшего, блядь. Ебать, что это? Ебать, что это? Еще и без офсайда это было. Я просто охуеваю от сегодняшнего выпуска. Не знаю, как вы, пацаны. Но то, что происходит сегодня, это какой-то ненормальный геймплей. Какая-то аномалия ебаная происходит. Вот такой вот. И на! Бля, он двинул, блядь. Бля, сейчас с ума сойду нахуй от этих сейвов. Ну вы это видите? Блять, что за динамический экшон? Пожалуйста, Криштиану Рональду забивает гол. Схожу с ума уже. Охуеть. Что, блядь? Ну что, блядь? Пенальти, блядь. Красную. Все, съебался с поля нахуй. Пробую, ребята, красоту. На! О! Ну! Да! Мы это сделали, блядь! Ой, блядь! Так, ну все, ребята. Наверное, этот матч уже... Кажется, сделан, блядь. Ух, красотка. 5-2, все. GG, пацаны. Я ебал, блядь, этот матч. Просто сумасшествие какое-то. Ну, посмотрите на эту статистику, это вообще нормально. 24 на 10 по ударам, 7,6 XG. Еле-еле что-то там заковыряли, блядь. Маньян сколько там сейвов сделал? 11 сейвов, блядь, сделал. Ебанутый тип. Так, по оценкам, Морган 2 плюс 1, Суонсон 1 плюс 1, Роналду дубль. Ну, понятно. Ну что, сейчас узнаем, пройду ли я отборы, друзья. Очень интригующий момент. Опять не показывается название состава, кому это нахрен нужно. Ну, хотя бы карточки покажут. Так, Холланд и Сульшер в атаке. Окей. Так, ну все, ребята, вайп Кубка Фиферов. Я бы сейчас вывел бы пульс. Возможно, он был бы около 200. Это матч, в котором нельзя проигрывать. Иначе я в Викинг-лигу не поиграю. Хотя, может быть, это не так уж и плохо. Оп. А давай сразу. Вот так вот. Ебать. Вот это пауэршот. Вот это настоящий пауэршот. Так, кин, хорошо. Кин, подкатик. Опа. Опа. Это что такое? Блять! Дембеле нахуй. Мистер 40 килограмм подбегает ко мне и отнимает мяч. Я в ахуе. Я не перестану этому удивляться. Так, слушайте, друзья, пока потеем, блять. Пока я бы не сказал, что это изи каточка. Опа. И Криштиану! Найс! Рональду! Вытащи меня в Викинг-лигу, пожалуйста. Спаси от позора. Ну-ка. Опа, какой забросик, хорошо. Где Криштиану? Вот так вот. Криштиану. На! Рональду, дубль! Дубль Рональду! Ух, как я с ума схожу, пацаны. Офсайд. Что? Фуф! Какие легендарные анимации. Просто, блядь, опять ебаный Дембеле, блядь, бежит отнимать мяч. Иди нахуй, блядь. Ой, ладно, моя девочка тоже отняла. Бля, все, я, блядь, столько нытья в ролике, я вас заебал уже, ну простите. Это ебаные эмоции, которые я испытываю. Хочу с вами поделиться этим пиздецом, блядь. Завидую людям, которые, вот знаете, на чили, на спокухе такие играют. Что бы в игре ни произошло, они оправдывают тем, что, ну, это игра. Ну, это игра, это просто игра, зачем нервничать? Так, Криштиану. Криштиану Рональду, хэт-тричок он делает и выводит нас в Викинг-лигу. О, наш спаситель, ребята, Криштиану Рональду. Реально спас от позора. Ну вот что за бомжа мне дали, при всем уважении. Ну как это работает? Предыдущий соперник пыхтел, потел, бля, как сумасшедший. Тут дают какого-то бомжа, блядь, на решающий матч. Что это за хуйня?
То есть, по идее, вот этот соперник, он должен был быть самым первым, а он стал самым последним. То есть, у меня вначале было два босса, блядь, а потом как будто бы все легче и легче соперники. Чё за хуйня? Какой-то аномальный выпуск, друзья. Но очень веселый, мне кажется. Надеюсь, вам понравилось. Мне было очень весело, интересно. Надеюсь, вы кайфанули вместе со мной. Так, ну что, друзья, давайте подведем итоги. Схема говно, состав говно. Я думаю, первую часть видеоролика просто забыли нахрен. Тут вообще даже говорить нечего. Сакцентируем внимание лишь на Криштиану Роналду. Кстати, Рой Кин хоть что-то сделал? Нет, 0-0. Ну, кстати, вот последний матч он более-менее нормально играл. Я думаю, те, кто смотрели прошлый выпуск, видели, что он мне вообще не зашел. Фу, спасибо девочкам и Криштиану Роналду. 5 матчей, 7 голов. Ну, допустим, первые 2 матча можно вычислить. Получится 3 матча, 7 голов. Потому что в первых 2 матчах вообще ничего не получалось. Я не могу сказать, что я как-то восхитился этой карточкой или вообще там что-то крышесносное было. Но в целом, я думаю, что еще поиграть можно. Вот как раз-таки у меня 5 матчей есть. Чтобы сделать, так скажем, более адекватный, так скажем, взгляд на эту карточку. Пока вот что-то не понял. Что-то забивал, да, вытащил. Да, забил там голы, которые помогли мне пройти Викинию. Но не сказать, что какой-то грандиозный восторг. Что-то бьет, толкается, пихается, финтики имеются. Я думаю, что эта карточка в любом случае неплохая. Но и не могу сказать, что это вау, там крышу сносит. Вот Морган сносит крышу, да, своими финезиками. А тут пауэршотики даже не удалось толком затестить, потому что практически каждый матч это был невероятный пот. Вот, друзья, я подуспокоился. Еще раз прошу прощения для тех, кто не любит подобный контент, где много нытья, агро, но извините, я человек настоящий, испытываю эмоции, которые, собственно, так или иначе проявляются в моих видеороликах. Так, ну и, в общем-то, все, друзья. Вот такой вот состав за 5 минут получился. Конечно, состав был пересобран через 2 матча, но ситуация соус была, сори. Ставьте Лукаса, если вам нравится данная рубрика. Буду почаще ее публиковать. Не забывайте ее, не забывайте Никиту. Никита всегда в наших сердцах. Я понимаю, что есть много людей, которые скучают по этой рубрике. Опять же, я не такой гуру составов, но так или иначе. Постараюсь как-то напоминать, что ли, об этой рубрике вам. Потому что я дико от нее тащился и не пропускал ни один выпуск. Да, BFC25 немножко неудачный получился первый состав за 5 минут. Ну, я объективно херню собрал с херовой схемой. Ну, не повезло. Ладно, все, хорош ныть. Главное, что выпуск получился таким... Каким, блядь? Каким он получился, блядь? Ебанутым по эмоциям он получился, пиздец. Тут и драма, и триллер, и трагедия, и хэппи-энд в конце. Просто... сумасшествие какое-то. Все, друзья, с вами был я, Пандос Фиксающий. Я побежал это все монтировать. Всем спасибо и чао-какао.